состав пошел меняться, попроще сыграл. Но, в общем, все равно очень интересно получилось все у команды из Ханты-Мансийска. И в итоге шайба-то в воротах оказывается. Вот так из ниоткуда за 2 минуты до окончания периода, собственно, Ханты-Мансийск укрепляет собственное преимущество в счете. И на сей раз очень здорово влившийся в эту команду Кирилл Рассказов. Я напомню, что его по ходу этого сезона выписали из высшей хоккейной лиги. И, в общем, он по первости играл исключительно в четвертом звене, но очень быстро к этой команде привык. С неудобной руки, шикарный бросок, конечно, получился. Прямо под дальнюю перекладину, под перекладину в дальний верхний угол. Невероятно классно. То есть, как, дайте еще раз, 100 раз бросить вот так Рассказову.